Ну что, ребята, всем привет, с вами я, Владислав. Короче, вот, это проект LTD Corporations. Я начал на нем, ну, я инвестировал в этот проект 1500 рублей. Должен получить 2700 рублей. До выплаты мне осталось 3 минуты с чем-то, да? Что я могу сказать о проекте? Вроде живет, да. Мои партнеры уже выводили сюда. Так, сейчас, секунду. Итак, ну что у нас, партнеры? Так, как мы можем заметить, у меня 6 регистраций, да? 6 человек. Угу. А один из них вложил уже около 50 тысяч, и за это мне дали 140 рублей. Я их вывел. То есть все честно было. И я должен сейчас получить вот эту сумму. Ждем. О, я, если честно, ребята, очень рад. Я не верил в этот проект, но он реально платит, походу. Вот, они пришли мне, да, 2700. Да, давайте выведем их. Ну что, ребята, я вообще в шоке. Все прошло, вот, видите, да? Все, ну, все доказательства. Я даже могу обновить много раз страницу. То есть, да, все прошло. Я хочу в этот проект сейчас опять вложиться и... Надеюсь на удачу уже. Так, выход. Сейчас посмотрим, сколько мы получим. Так, нефть. 2700. Мы получаем около 5000. Ну, хорошо. Ребята, заходите в этот проект, инвестируйте. Ну, как видите, мне все пришло, да, ребята? Верить вам, не верить. Все от вас зависит. То есть, кто хочет, тот рискует. Кто не хочет, тот не рискует. Все зависит от вас. Ну что, давайте, ребята, всем пока. Ждите вторую часть. До свидания.